«История и истории». Такую тему выбрали организаторы акции «Ночь музеев» в этом году. Самарцев ждут различные мастер-классы, шоу, кинопоказы и другие варианты творческих и зрелищных активностей. Мероприятия рассчитаны как на взрослую, так и на детскую аудиторию. Подготовлена достаточно большая, обширная программа не только на музейных площадках, но и на всех культурных локациях города, в том числе и на уличных площадках. Основная программа у нас начинается, конечно же, вечером, но тем не менее мы также рассчитываем на семейную аудиторию, на детскую аудиторию. Отдельные локации, где планируется проведение детских мероприятий, начинают работать уже с 11 часов в субботу. Сориентироваться во всех подготовленных мероприятиях, определить что-то интересное для себя и разработать оптимальный маршрут самарцам помогут волонтеры информационного центра акции, который сегодня открылся на пересечении Ленинградской и Куйбышева. Все по-разному интересно. Чуть-чуть этого, чуть того. Надеюсь, что хватит сил обойти все места, которые здесь указаны. Вот, думаю, будет весело и интересно. Информационный центр будет работать завтра с 12 до 23 часов. Здесь можно будет взять карту программы мероприятия, посмотреть брошюры отдельных выставок и узнать расписание бесплатного автобуса, который пустят по экскурсионным точкам. Алла Лисицына принимает участие в акции уже не впервые. Много впечатлений о прошлогодней ночи музеев. В этом году Алла Викторовна уже внимательно изучила программку и определилась, какие локации хотелось бы посмотреть. В оперном театре в 20 часов будет концерт, потом в Струковском саду, потом в кирхе и в соборе. Ну, в общем, это все очень интересно, и спасибо, что наша администрация проводит такие мероприятия, спасибо то, что автобус бесплатно и возят. Женщинам, изменившим историю, посвящена в этом году выставка в детской картинной галерее. Свои двери для посетителей она откроет с 15:00 и будет работать до полуночи. До 7 вечера музей устраивает детские активности, а в вечернее время уже для более взрослой публики планируют концерт и мастер-класс по историческим салонным танцам. Всего в саду будет работать 5 площадок творческих, гончарное дело, то есть дети смогут погончарить, посидеть, смогут поразрисовывать разные сувениры, смогут нарисовать Самару. У нас будет арт-акция «Рисуем Самару вместе», то есть у нас будет такой большой графический город, и мы будем его разрисовывать вместе с детьми. Будет площадка со старинными детскими играми. А вечерняя программа, которая будет с 20:00 до 23:00, это будет музыкально-танцевальная. У нас будет 2 концерта. Организаторы отмечают, что на некоторые экскурсии требуется предварительная запись, о чем указано в путеводителе. В программе возможны изменения. Актуальная информация размещена на официальных ресурсах участников акции. Интерактивная акция «Ночи музеев» доступна на официальном сайте администрации Самары. Галина Топилина, Петр Паламеев, «События».